Итак, друзья, подписчики, я вас всех приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. На этот раз ко мне приехали переходники с microUSB на Type-C. Вот, так как я недавно заказывал телефон, да, я уже говорил, что переходники ко мне приехали, да, и я решил делать вскрытие этих переходников только после того, как я запишу распаковку своего телефона нового. Сейчас вы можете видеть на своих экранах то, что посылка ко мне приехала за 14 дней. Она приехала быстрее, чем телефон. Причем переходники я заказывал на 2 дня позже, чем телефон. Вот так вот бывает. Это очень на самом деле приятно. Давайте вскроем все как обычно, посмотрим целостность товара. Записываю, кстати, я эту распаковку уже на свой новый телефон. Вот, получается, наши переходники. Как мы можем видеть, больше ничего нету. Я заказывал вроде как, получается, 2 штуки. Я не помню, 3 или 2. Ну, получается, 2. Я потом проверю, короче, мне сейчас ломы проверять. Вот написано у нас Type-C, microUSB. Это то, что переходник туда-сюда. Вот у нас всякие допы, тут всякие, ну, короче, вот 5 звезд просит нас поставить. Если что-то не... Вот, not happy, типа, если ты несчастлив, да, то это самое, напиши нам на почту, что мы вот недобросовестные продавцы. Давайте вскроем, посмотрим. И, разумеется же, проверим. Вот, кстати, вот этот карабинчик, да, это вот прям очень и очень кстати. Потому что я как раз думал, блин, то, что я могу потерять этот переходник. Потому что если мне понадобится, допустим, микро этот USB, да, вот, тогда мне его некуда девать-то. Я его, то есть, отцепляю, да, и он у меня в воздухе висит, или куда-нибудь выкину его и потеряю. А тут карабинчик есть, то есть можно куда-нибудь цепануть. Очень даже добро. Ну вот, можете видеть целостность, да, получается. Сейчас у меня камера позволяет все эти вот моменты показывать на камеру. Камера вообще бомба, то есть телефон... Я ездил на выходные, короче, на дачу, там отдыхали, снимали видео, там фото. Блин, показал себе телефон просто божественно. Это просто бомба. Вообще там связь 4G, все палки, да. Ну там от 2 до 5 палок 4G где-то в деревне, представляете, да? То есть вообще, то есть телефон достойный, честно скажу. Вот он, сам Type-C. Вот, это получается наш первый переходник. Вот сейчас будет второй. Блин, они так запаковывают прям очень хорошо вообще. Вот второй переходничок. Тут, кстати, как-то, или мне кажется, более ярко выражено сам microUSB. И вот он Type-C получается. Так что вот такие переходнички. Я это к чему, ребят? Я говорил вот как раз в распаковке к телефону, да? Xiaomi 7 Pro. Говорил про эти переходники, то, что не обязательно покупать провода. Достаточно, допустим, купить эти переходники, да, и у вас будет один провод в комплекте, все остальное будет на переходниках. Но я сейчас что-то подумал, что мне 2 не хватит. То есть, допустим, на работу можно, да, в машину можно. Хотя у меня 2 машины, блин. Ну, короче, не знаю пока, то есть, может быть, еще закажу. Дело в том, что просто не покупаешь провода, то есть, они эти дешевенькие переходники, и, как видите, они доходят. Такая мелочь, да, по стоимости и по размеру, но она доходит, и причем доходит быстрее, чем телефон. Вот так что давайте сейчас тест устроим, да, сейчас я пока что поставлю хреновое качество опять, да, вот, и мы проверим. Итак, друзья, я тут, короче, на более худшее качество вернулся, да, как раз можете посмотреть разницу между съемкой на видео, съемкой видео на телефоне Xiaomi Note, Redmi Note 7 Pro. И вот записывается сейчас на Meizu MX4. Старый добрый телефон мой. Вот и вся разница. Шлак, конечно. О чем тут можно говорить? Вот, кстати, сейчас нам теперь фокус придется ловить. Это же Meizu MX4. Вот, видите, да, то есть воткнулся прям очень добро. Очень хорошо, плотно сидит. Вот, теперь берем телефончик.
Вот, и втыкаем, смотрим. Зарядка пошла. Если будет видно. Давай мы еще поработаем немного. Вот, зарядка прекращена. Этот рабочий оказался. Все отлично. Кстати, что мне нравится Type-C, да, то, что его втыкаешь так, либо так, вообще без разницы. Вот это чудо, прям вообще нормально. Вот, теперь этот, получается, также у нас плотненько сел. Вот он плотненько насел здесь, с этой хренушкой. И вот втыкаем. Опять же у нас все замечательно. Полностью адекватные рабочие переходники с красивыми карабинчиками. Ну что ж, будем завершать распаковку, да? В принципе, как обычно скажу, все сами видели, что они оба рабочие. Также я вам показал 14 дней это доставка этих вот переходников, что очень хорошо. Хорошее качество, нормальное, то есть больше мне нечего сказать, в принципе, про них. Я думаю, служить они будут долго, потому что ломаться тут, в принципе, нечему. Ну, не советую, конечно, как и любой другой переходник, да, туда-сюда его втыкать, вытыкать, как бы. Он тогда меньше прослужит, разумеется. Так что ссылку оставлю в описании, да. Вот, ознакомьтесь с товаром, да. Все рабочее. Ну, по крайней мере, у меня они приехали рабочие, поэтому я, разумеется, их буду рекомендовать. Так что спасибо за просмотр и всем пока.